Добрый день, начинаем сегодняшнюю тренировку. 14 мая, спортивный клуб «Титан». За столом Андрей и Олег, наши мастера. Сегодня сделал Олег рукоятку новую. Будем работать. Армлифтинг проведем соревнования. Еще вот Никита Кавушан появился. И все, Андрей уже закончил тренировку, сказал. Размялся. Сейчас за столом Никита Береговой и Печенко Олег. Никита на правую руку чемпион Молдавии в категории до 18 лет. Олег в категории ветеранов. Серебряный пятерка чемпионата Молдавии. Сейчас идет подготовка чемпионата Европы, который состоится с 10 по 18 июня. У нас уже небольшие тренировочные спарринги соревнования прошли 7 числа. И не так много сегодня ребят пришло, но тем не менее есть возможность увидеть будущих участников чемпионата Европы по армрестлингу. Сейчас проведем тестирование. Shoulders. Борьба на правую руку. Береговой, Ткаченко. Судья Андрей. Ready, go! Да, хорошо. Ткаченко Олег в хорошей форме. Отлично. Никита чуть-чуть устал. Сейчас попробую на левую руку еще поворот. Швырчащую включай, Олежа, блядь! Швырчащую! Олег, широчайше давай. Не идет это широчайше. Угол мощный. Налево. Ставки делал. Все, есть победа. Поздравляем. Давай, Кавушан, с медведем поболеть. У нас новый парень появился. С бальных танцев пришел заниматься армрестлингом. Медведи у нас слева, Кавушан у нас справа. Ребята по 17 лет. Там как бы не надо стартовать, если только пришел. Спокойно начинайте. Это опасно. Первая тренировка со старта. Разворачиваем корпус. Смотри, что левого так не было. Ты больше, что тебе рука за плечом, она должна будет здесь. Это травма опасна, когда она здесь. Потому что она была здесь. Иначе будет травма. Перелом. Thank you.
у вас еще одна рука, давайте попробуйте на другую руку. Ой, мне повезло. Знакомые лица. Сегодня у нас ветераны. Сборная есть. Музыка такая, мне еще. Да, нормально, как бы. Все, первую часть мы на этом закончим.